надо объявлять публичные слушания и вместе нам, кто действительно хочет помочь, кто действительно хочет разобраться во всех нюансах, вместе готовиться к проведению публичных слушаний и на публичных слушаниях высказывать идеи. У кого-то они положительные, у кого-то они, как я знаю, отрицательные. Но не устраивайте совет, не совет, а заниматься своей повседневной работой. Глава района вышел с этой инициативой, имеет право. Значит, мы вот эти, ну, я за себя буду говорить, да, я как один из тех пяти, да, вот вы сказали, я подписался под этим, под этой инициативой, чтобы обсудить ее на совете. Значит, порядок такой, что потом проводятся публичные слушания, и по итогам публичных слушаний, я так понимаю, уже принимается решение. Да, это инициатива главы района. Это не противоречит действующему законодательству. На этом совещании депутат Государственной Думы Сергей Александрович Пахомов заявил, что он поддержал данную инициативу. И после этого это предложение, эта инициатива была поддержана губернатором Московской области. То есть я говорю о той цепочке поддержки, той инициативе, с которой выступил Михаил Юрьевич Топлев. Это раз. Второе. Здесь я слышал уважаемых коллег, когда вспоминают, у нас было очень много глав районов, глав городов, да? Но я хотел бы напомнить, а что позитивного за эти многие годы было сделано на территории района, на территории поселения, на территории нашего городского поселения, в первую очередь, которым мы являемся, коллеги, депутатами, позитивного против того, что когда мы, допустим, давайте опять, значит, идти в разные дуды, будем, извините, за такой небольшой фольклор, по-другому не назову его, да? Понимаете, давайте мы это самое. Нет, вместо того, чтобы вот Рита Григорьевна Тихомирова и городское поселение Ходьково, яркий пример того, когда можно конструктивно работать с действующей властью, правительством Московской области, вступать в федеральные, областные программы, активно участвовать, получать доли софинансирования. И результатом того являются новые школы, новые детские сады и новые совершенно объекты, которые появляются при помощи правительства Московской области. По городу объяснять? Не надо объяснять. За последние два года вы сами видите, что, какие перемены произошли в наших... Мы смогли бы их сделать без помощи правительства Московской области? Без помощи федеральных программ, областных программ. Ледовый дворец, скоро вступит перинатальный центр и так далее и тому подобное. Я просто уважаемых коллег всегда призываю к разуму. Вот уважаемый мой коллега сказал, привел пример перинатального центра, но по документам у нас не перинатальный центр, я извините меня, что цепляюсь, мы здесь обязаны быть очень пунктуальными и грамотными, как орган и каждый депутат. Так у нас это роддом. И 600 специалистов, которые там планируются работать, на такое количество рожениц в нашем районе, я уже неоднократно публично этот вопрос ставил, пускай мне кто-нибудь ответит, это вообще разумная денежная экономика. И самое главное, что когда говорят, столько-то построили, а вы, господа областные чиновники или местные чиновники, вы ничего не спутали? Вы себя случайно Третьяковыми и Морозовыми купцами не считаете, не возомнили себя там, когда вы так заявляете построить? Да вы обязаны строить на эти бюджетные деньги. Только вы обязаны строить разумно и грамотно, и качественно, и экономить эти деньги. А то, что сколько школ построили, мало построили. Мы все на все, как депутаты, хотим понять и задаем вопросы. Вы нам разъясните, и жителям разъясните, в чем польза для жителей города Серпуховска. Кроме того, что ликвидация района всего, кроме того, что ликвидация местного управления будет уничтожена. У нас что, делать нечего? У нас что, все в стране замечательно? Нет, нам нужно назначить общественное слушание именно 1 апреля, провести их и отчитаться наверх, что мы тут впереди планеты всей. От публичных слушаний ничего не зависит. В итоге мы обманываем людей и говорим, приходите, пожалуйста, выразите свое мнение, а мы за вас примем решение. Какое решение, это уже мы сами подумаем. Поэтому вот эту профанацию, ну, для чего мы это делаем? Для того, чтобы как бы быстренько отчитаться наверх. Уж если проводить, то это нужно проводить референдум, потому что меняется, по сути дела, жизнь народа. У нас раньше был район, это уже больше, наверное, для прессы интересно. И у нас были
те же самые 25 депутатов. Вот. Потом, собственно, 21 депутат, да. Потом, собственно говоря, поделили на 12 поселений. Вот. Разбили, значит, на свои администрации, на своих депутатов. И я тогда единственный, кстати, Константин Витальевич, я единственный. Вы говорите, что Большаков, Варин, нет, я единственный, кто голосовал против тогда этого. Единственный, потому что я говорил, что издержки, которые будут при создании вот этих вот поселений, они, собственно говоря, потом аукнутся. Вот. Я об этом говорил, но, собственно говоря, тогда не был услышан. Сейчас все вернулось назад. Да? То есть вот в 2007 году та же самая Московская область, та же самая администрация, тот же самый губернатор, только другой губернатор уже, уверяли нас в том, что, собственно говоря, вот это вот разделение на 12 поселений, это и есть та оптимизация, то самоуправление, та инициатива народа, которая, собственно говоря, и должна привести к будущему процветанию России. Что из этого вышло? А теперь я вам скажу, друзья мои, настоящую причину. Для чего все это происходит? Вы думаете, для какой-то там оптимизации? Все это происходит для того, чтобы взять, декриминализировать Россию, которая получила вот это местное самоуправление. Я бы вам все-таки предложил крепко подумать о том, чтобы провести референдум, поскольку, я думаю, мало кто-то из вас сомневается в том, что когда выбирали вас, это было мудрое решение народа. Поэтому дайте возможность народу еще раз высказаться по поводу того, как ему жить в родном районе. Мы ноль информации получили об инициативе главы, об инициативе наших пятерых депутатов, что будет, к чему это ведет, и такие же будут слушания. Значит, я, честно говоря, призываю к совести людей, наших депутатов, да, не надо издеваться над нашим населением. Я услышала мнение, что мы очень торопимся, что нам надо подождать. А вот опыт работы административного управления Московской области, который всегда интересовал меня, а как в других районах, а как у соседей, говорит о том, что мы очень опоздали. Что когда в начале 90-х очень многие города численностью, кстати, меньше 100 тысяч, заявили и получили статус округов, и кроме того, получили статус городов областного подчинения, понимаете? И они получили реактивное развитие, работая вместе с областью, а не входя в конфронтацию, как получилось у нас, к сожалению. Поэтому, получается, и депутаты, которые вместо Загорского дали название Сергиев Посад, получается, город стал недоделанным. Мы могли гораздо больше сделать, если бы он получил статус округа, в то время как получили Химки и Домодедово. Я считаю, необходимо создать там штаб или комиссию инициативную и провести до 1 апреля еще далеко ряд совещаний, там день через день, именно целевым по обсуждению инициативы, по подготовке, и где мы все вопросы, если при необходимости специалистов администрации города и района, чтобы мы сами подготовились, и чтобы это можно было на глаза смотреть. В этом ничего хорошего нет. Когда, если сделают в городском округе, допустим, западный территориальный округ вместо Ходькова или восточный территориальный округ вместо Богородского своими историческими традициями и так далее и тому подобное. Извините, с моей точки зрения, это полнейшая глупость. И действительно, сегодня нельзя сегодня потерять исторические статусные вещи в наших городских сельских поселениях. Я просто коллегам хотел сказать, что действительно, да, это сегодня так и есть, и в ближайшее время в Государственную Думу Российской Федерации рассматривается поправка 131 закон, на который будет принято решение, что в вопросах местного самоуправления при создании городских округов статусы городов, таких, допустим, как у нас Ходьково, Богородская, Пересвет, Краснозаводск, они будут сохранены, статус города, это будет города. Городской округ – это та же самая форма местного самоуправления, где будет и совет депутатов, и все прочие особенности местного самоуправления. Поэтому поимеем совесть и все-таки подумаем, а как у нас будет выгодно жителям городского поселения Сергиев Посад, которые всех нас избирали в качестве депутатов?
ни городского поселения Краснозаводска или Хотьково, ни Шеметова и ни Вазовска, и уж никак не Богородская, а жителям городского поселения Сергиев Посад. Образование округа или невыгодно? А с кем не разговариваешь, у всех уверенность для жителей выгодно. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз обсудим на публичных слушаниях мнение жителей. Кто кого как убедит, кто расскажет жителям, что это выгодно либо невыгодно, будут ли такими результаты и слушать. Кто за то, чтобы принять в целом, прошу проголосовать. С учетом поправок. Я руку поднимал, поправки, вы даже не спросили. Еще раз, есть у кого поправки? Депутаты пришли к логическому решению данного вопроса, назначили публичные слушания для того, чтобы население смогло высказать свое мнение о объединении всех наших территорий Сергиево-Посадского муниципального района. Да, это ни для кого не секрет, что в последующем будет продолжаться работа для того, чтобы в Сергиево-Посадском муниципальном районе был единый городской округ. Доводы о том, что мы уничтожаем местное самоуправление, извините, я скажу резко, бредовые. Городской округ – это такая же форма местного самоуправления, только более прозрачная и более ответственная, где каждый чиновник отвечает конкретно за данное направление и не может переложить свою ответственность на поселение, на другого чиновника. Там все расписано. 3 марта 2017 года состоялось пленарное заседание Общественной палаты Сергиево-Посадского муниципального района, где Общественная палата, собственно, вышла с инициативой более широко и предметно обсудить формирование округа на территории Сергиево-Посадского муниципального района. И уже сейчас на городском совете депутаты поддержали инициативу главы Сергиево-Посадского муниципального района о назначении публичных слушаний. То есть я полностью удовлетворен советом. Были некоторые разногласия у оппозиционных, скажем так, депутатов, но, к сожалению, и даже, к моему счастью, они не смогли, то есть, привести достойных доводов в пользу того, чтобы эти публичные слушания не назначать. И в этой связи хочется еще сказать, что я немножко недоумеваю, почему в поселениях некоторых Сергиево-Посадского муниципального района депутаты боятся идти к жителям с этим вопросом. Я сам ездил на встречи с главой района, в некоторых поселениях жители там выступают однозначно за округ. Вы знаете, это единое руководство, единый бюджет. И что немаловажно, мы на этой реформе получим 300 бюджетных рублей. Для сравнения, вот хочу сказать, я как молодой человек, хочу сказать, это где-то порядка 500 спортивных площадок такого классного типа, как губернатор нам построил на территории парка «Скидские пруды». Большое спасибо, что рассмотрели мою инициативу, причем рассмотрели уже повторно, и повторно приняли, на мой взгляд, правильное решение. Согласились с инициативой и назначили дату, время проведения публичных слушаний. Лишний раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, этот вопрос, несомненно, должен быть решен с учетом мнения жителей. И большое огромное спасибо депутатам, которые действительно поработали, а не занимались болтовней. На этих публичных слушаниях я буду докладывать о преимуществах формирования городского округа. Мы постараемся жителям в полном объеме очень подробно рассказать, что их ждет в рамках работы и жизни городского округа. Мои коллеги меня поддержат, и, несомненно, те вопросы, которые будут возникать, мы будем на них полно и подробно отвечать. В городе назначены 1 апреля, а в Васильевском уже назначены на 18 марта этого года, а в остальных поселениях сейчас на этой неделе, на следующей проходят советы, и мы будем тоже знать дни назначения публичных слушаний.